Команда 2011 года рождения, родина, главный тренер Репейников Игорь Владимирович. Команда провела хорошую подготовку к турниру, провели сборы. На сборах ребята играли разнообразные игры, тренировались, проявляли себя. Уверен, что мы готовы к предстоящему турниру. Мы готовы к тому, чтобы проявить свои лучшие качества. Думаю, мы будем командой открытия. Мы сможем не только забивать много красивых голов, но и, конечно же, выигрывать матчи. Я готов к тому, чтобы показать себя для всех команд. Поэтому хочется, чтобы турнир прошел отлично. Чтобы ребята сыграли с самыми лучшими командами нашей страны. Ну и в целом проявили себя. Поэтому будем стараться забивать красивые голы, будем стараться играть в комбинационный футбол, мы в целом будем биться за первое место. Поэтому родина вперед!